В 66-м доме по улице Московской весенняя капель, возможно, скоро закончится, но не из-за прихоти погоды. 5 суток вода с крыши заливала весь дом вплоть до первого этажа. После выхода в эфир сюжета об этой беде и строгого наказа главы города, управляющая компания «Жилищник» все-таки отправилась исправлять ситуацию. А контролировали это работы специалисты комитета по ЖКК АЭС. Коммунальщики счищали снег с кровли и устраняли большие протечки. В мае «Жилищник» начнет приводить крышу в полный порядок. А сейчас жильцам остается надеяться на сухую весну. Thank you.